друзья, мы с вами продолжаем говорить об истории нашего народа, среди которого мы живем. Вы знаете, что интересно, что история, как мы уже, наверное, кто наблюдает за этим, она повторяется. Либо, по крайней мере, имеет цикличность, имеет тенденцию к тому, чтобы, если особенно, не извлечены уроки. И поэтому, если мы с вами для себя принимаем решение не просто знать, какова моя история в России, потому что мы не сделаем здесь из этого познавательные уроки или лекции, или какие-то вкрапления, а это мы делаем с целью понимания нашего наследства, с целью изменения того, что мы можем изменить, имеющие власть в духовном мире. А каким образом мы это делаем, друзья? Потому что у нас завет с начальником времени. Начальник времени. Он знает все, что происходило в истории и в корнях нашего народа. Более того, он за этим наблюдал. Он за этим наблюдает и сейчас. До какой степени тебе и мне это важно? Потому что если мы вычерпываем из этой истории то, что нам важно сейчас, то мы не повторяем этих ошибок, первое. Второе, мы берем то наследство, которое нам принадлежит, и пользуемся уже этим в современности. Поэтому, говоря сегодня о тех последствиях раскола, которые мы в прошлый раз немножечко коснулись, 1666 год, с одной стороны, это считается трагедией для России в то время, для Руси, но с другой стороны, вы знаете, что Бог умеет из ничтожного извлекать драгоценное. И в этот период истории он тоже много что извлек. Хотя, безусловно, без обочин, которые захватывались, не обошлось. Я сначала сейчас прочту некоторую цитату одного из историков Костомарова. «Раскол будоражил мозг русского человека, будоражил его спавшие мысли. Пробуждается чувство самостоятельной религиозности. Появляется попытка осмыслить прежде религиозный обряд. То, что только признавалось тупо, как дедовский обычай. То, чему слепо верили, не понимая, то за то самое пришлось бороться и защищать. А следовательно, пришлось думать». Раскольник любил мыслить и думать. Он успокаивал себя мыслью, что если приказано так верить, то так и надо. Но теперь он пытался все исследовать. Вот что произошло в этот момент, друзья. С одной стороны, сильнейшее потрясение. С другой стороны, люди стали думать. А во что я верю? А почему я так верю? А почему мне надо вот так или иначе? Почему надо креститься или не креститься? Почему мне надо производить те или другие обряды, которые тогда происходили. Более того, нужен был источник истины. И люди стали прибегать к Священному Писанию. Мало того, что говорил один священник или другой, теперь надо было понять, а что же Бог об этом говорит. И поэтому в тот период стало пробуждаться сознание в поклонении на уровне понимание Божьего Слова. И для нас сегодня, когда Библия в наших домах, это кажется естественным, но как иначе верить, если Библии нет? Слава Богу за тенденцию, которая стала меняться в современном православии. Мы сегодня тоже свидетели этим процессам. И это очень радует. Но если говорить по большому счету, еще пока удельный вес не набрался тот, который хочется иметь в этом плане. Но тогда потрясение, сильнейшее потрясение в стране, оно побудило людей читать Божье Слово, искать, а что же Бог об этом говорит. Вы знаете, в связи с этим люди, которые проявились или выявились, обнаружилось такое общество. Раскольники в будущем создали не просто всю русскую промышленность, они стали объединяться на таком доверительном поле, где они могли просто рукопожатием определять сделки, решать дела, потому что они оказались в одном поле веры. Обратите внимание, для них ценности оказались одинаковыми. И когда они поняли, что ценности у нас одинаковые, мы можем просто сказать, а я обещаю, что это будет сделано. И люди стояли за этим словом реальным делом. И потому такие промышленники, такие известные нам имена, особенно на Урале, Сава Яковлев, Сава Морозов, издатель Сытин, это те, которые были вот в этом сообществе. С одной стороны, они отстаивали какие-то уже теперь ценности осознанно. С другой стороны, они хотели исполнить свое призвание и для этой страны, в которой они живут. И потому, друзья мои, я хочу, чтобы мы сегодня могли помолиться пред Богом о том, чтобы осознанность веры вернулась в наши с вами ряды. Я сейчас говорю не только о присутствующих здесь в зале, я сейчас говорю о стране. Я говорю о генетической части нашей страны. Плюс к тому, те направления, которые стали возникать в связи
в связи с тем, что люди стали читать Писание. Понятно, что среди них мало было людей книжных, которые могли бы их направить, показать, сказать. Тем более вопрос обучения тогда не стоял вообще, обучения духовного. И в связи с этим стали возникать вот эти обочины, о которых я сказала. Это люди, которые говорят, все должно быть духовно. Раз так, то все должно быть духовно. Никаких обрядов, даже ни крещения, ни причастия, все духовно. И да, это крайность, но с другой стороны, потом это все выровнялось. И то, что я хотела основную идею сказать вот в этих направлениях, возникающих тогда, это так называемые «божьи люди» они назывались, либо «духовные люди», либо «хлысты». Кто-то слышал такое выражение? То это все одно и то же. Просто вот название, вот есть в простонародье, их называли «хлысты». Но сами они себя называли по-другому. Они называли «христы». «Христы». Почему? Они вдруг обнаружили в Священном Писании, где Бог сказал, «Войду в них, вселюсь в них и буду их Богом, они будут моим народом. Пребывайте во мне, я пребуду в вас». А раз так, они говорят, «Слушай, в тебе же Христос, а во мне Он тоже». И поэтому знаете, как они приветствовали друг друга? Они кланялись до пола друг другу, говоря, «В тебе Христос, я хочу Христа почтить». Если мы сейчас это примем для нашего с вами образа жизни, может быть, не поклонение физического плана, но поклонение в нашем сердце, понимая, в человеке Христос, и я могу почтить Христа, почитая этого человека, насколько наши слова изменятся. А может, уже и не изменится, потому что мы уже в этом живем. Посмотрите, друзья, я не хочу, чтобы что-то менялось искусственно, и это не предлагаю. Я предлагаю сейчас вот это осмысление через призму того, что, Господь, я хочу увидеть Тебя в каждом человеке, кто передо мной. Независимо от того, сегодня он для меня важен или не важен по каким-то параметрам, там Ты с Твоими возможностями, там Ты с ресурсом любви, там Ты с ресурсом божественного образа. Может быть, этот образ пока искажен. Может быть, этот образ сегодня еще пока меня не привлекает. Но я хочу, чтобы этот образ раскрылся. И поэтому я хочу быть тем Божьим человеком, который в другом увидит Христа. Вот это наследство, друзья, я хочу сегодня вернуть с вами в этой молитве. В историческом плане, чтобы те потрясения, которые нас касаются в силу взаимоотношений с разными людьми, они могут быть по-человечески. Но если мы понимаем, что тот, кто в нас, он уже вселился, и он уже свои чувствования может нам давать и размножать, но он не делает это насильно. Он делает это, исходя из нашего согласия, из нашей возможности, которые мы начинаем использовать, и сказать, Господь, да, мне трудно простить того или иного человека, может быть. Господь это знает. Но говорит, прости даже не ради меня, а ради себя, чтобы тебе самому было хорошо. Потому что я уже тебя простил, и я все грехи забрал. Но я хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебя не угнетал никакой нечистый дух. И потому, друзья мои, то, что было тогда потребностью людей найти выход, мы сегодня пользуемся этим результатом. Эти обочины во многом позади. Мы сегодня можем уже выравниваться, сбалансированно идти за Богом, читать Слово Божье, познавать шаг за шагом, что же Господь хочет делать сегодня с нами и в нас. Я хочу поблагодарить Бога за тех, кто прошел этот раскол и положил огромную цену. И когда нам представляется картина боярыни Морозовой, которую везут еще пока на пытки, мало кто знает, что там было дальше, но их посадили в голодную яму с ее сестрой. В яму, где они голодали. И тот солдатик, который их или воин, который их охранял, то они просили, говорят, сынок, у тебя есть мама? Дай нам хотя бы краюшку хлеба. Он говорит, не велено. Богатые люди, но имеющие ценность внутри себя другую. Мы сейчас можем говорить, правы они были или нет. Не вопрос не в этом. Они были готовы за то, что им было ценно, полагать цену на самом деле. Я хочу, чтобы мы сегодня могли поблагодарить Бога за тех, кто это прошел до конца. Мы сегодня вошли в их труд. Мы сегодня там, где мы оказались, только потому, что кто-то прошел предыдущие этапы. И потому, друзья, когда мы пользуемся этим результатом. Да, мы будем говорить и дальше о том, как же это поступательно развивалось. Но сегодня мы можем оценить
то, что является Божьей частью для нас. Давайте мы поднимемся, помолимся за это и поблагодарим Бога за то, что есть у нас с вами такая привилегия быть людьми, взятыми Богом в удел в это последнее время и в России. Небесный Отец, я очень благодарна Тебе, что мы можем сейчас поклониться Тебе и сказать: «Господи, прости, что мы недооценивали то, что было положено в веках». Но тогда, когда в 17 веке это страшное потрясение было над Россией, оно привело к осмыслению. Я благодарю Тебя, Боже, что даже тогда, когда была положена цена, но люди могли стоять и говорить: «Господь, а я верю. Я верю так, потому что». И я прошу, чтобы Ты благословил нас пониманием нашей веры, основанием веры сегодня, почему я так верю, почему я стою на этом, почему я не могу иначе. Господь, пусть это будет всегда с глубоким осознанием, с благодарностью и с принятием наследства. Я хочу благословить, Господь, и то, что было в промышленниках того времени, когда люди могли доверять друг другу, протягивать руку и утверждать проекты. Я благословляю этой честностью. Я благословляю этой способностью, Боже, друг другу доверять. И благословляю сейчас Твой народ пониманием сути вещей, чтобы мы могли познавать Тебя как Бога творящего и осознанно служить Тебе. Прости, Господь, всякое неразумие, всякую обрядность. И приведи нас в соответствие с тем, что является даром веры и плодом Духа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем петь сейчас о России, друзья, и поклоняться Богу нашему за то, что Он в такой удивительной стране дал нам жить. Это.